Малый ракетный корабль «Мытищи» принял участие в межфлотских учениях Военно-морского флота России «Океанский щит-2019». Учения проводились с 1 по 9 августа под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова в акватории Балтийского моря. Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, в ходе учений состоялась проверка готовности сил ВМФ к защите национальных интересов Российской Федерации и отработка навыков по управлению силами флота. В рамках маневров на полигоны Балтийского флота вышли несколько корабельных групп для проведения ряда тактических учений. Всего привлекались 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов Военно-морского флота и Воздушно-космических сил и более 10 тысяч человек личного состава Вооруженных сил Российской Федерации. Экипажами кораблей отработаны задачи по поиску и уничтожению условной подводной лодки, электронные пуски ракетного оружия и отражение массированных налетов авиации. Перед выходом в море бойцы отработали массовую загрузку морского оружия и боеприпасов, выполнили задачи по маскировке кораблей и судов, обеспечению в базах. В рамках учений корабли Балтийского флота выполнили около 100 боевых упражнений с применением различных видов вооружения.